Не каждый день задумываемся мы над тем, какую важную роль в нашей жизни играют многокрасочные полиграфические издания. Много доброго подарили людям печатники Калининского ордена Красного Знамени полиграфического комбината. Наверняка и к вам приносил почтальон открытки, выполненные бригадой ударника коммунистического труда Юрия Ивановича Харламова. Как несовершенны машины, но чуткость художника необходима каждому полиграфисту. Недаром доверили этому коллективу особо важный заказ – отпечатать плакаты и открытки к выборам в Верховный Совет СССР. Работа над почетным заказом стала экзаменом для всех, и калининские полиграфисты справились с ним не только отлично, но и досрочно.